И сейчас я попрошу сделать по качеству. Буквально одна минута, потому как оно все очень близко с качеством, только под углом теперь качественно. По качеству изделия можно аргументировать самое главное тем, что это фабричное производство, все производится на фабриках, преимущественно в Китае и в других странах третьего мира. Вот, естественно, под качественным контролем. Также к качеству можно отнести то, что большинство в своем используется натуральные материалы, это хлопок, вискоза и так далее. Также можно к качеству изделия отнести, то за символическую цену покупатель получает очень качественное изделие. То есть по качеству и по цене, соотношение цена-качество, мы довольно-таки очень популярны. И самое главное то, что все наши вещи обладают сертификацией, вот, проходят все обработки, они типа аллергенные, устойчивые, и к окрашиванию и так далее, с качеством вещей ничего со временем не произойдет. Все? Закончите. Благодарю. Благодарю за внимание. Спасибо. Если у кого-то добавление, кто может добавить? Ну, есть еще у кого-то добавление? Я уже интуитивно смотрю в угол Анны. Да, пожалуйста. Компания «Дайфет» на рынке доказывает свое преимущество среди сетей в классе «Мусмаркет». Используя преимущественно натуральные ткани при производстве, а также высококачественное сырье, закупая его в Индии, а как всем известно, Индия – это первый производитель и добытчик самого лучшего хлопка в мире. Рекомендую записать, кто этого не знал, и каким образом у вас сейчас есть аргументы по качеству, и есть аргументы по цене, и есть аргументы по бренду. Если вдруг они будут ваши клиенты говорить о том, что они не знают этот бренд, сомневаются в том, что они должны купить продукцию именно этого бренда. Три возражения распространенных мы с вами отработали.